проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 8 том, тема «Семья». Вопрос 2077. Было ли различие жизни и кончины апостолов и живших в первом веке от «иноческих подвигов» в кавычках христиан последующих веков? Ответ Игнатия Лапкина. Всегда и везде отличаются, как небо от земли. Там Божие, а тут все утопало в человеческих вымыслах о монашестве, о постригах и о ступенях ангельских, архангельских, иночестве, монашестве, в схиме. Что интересно, у апостолов ничего этого не было. Везде даровано было совершенное усыновление Христу и давалось одно обещание в крещении – вечное и достаточное. Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Ефесянам 1:5. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. 1 Петра 3:21. Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. А у людей, будь то монахи или масоны, тут все градуировано по степеням и ступеням. Либо чувствуют свой недостаток и полную неуверенность, даже уже будучи всю жизнь страдальцем, осидев невинно в тюрьме, достигнув высшего положения в церковной иерархии, они перед смертью еще раз берутся за ножницы и снова стригутся. Сколько раз не обрезаются, а чувствуют, что нечистота на них, и уже в смертный час снова обрезание. Снова попытка вырваться из плена человеческого несовершенства. И этот грех своеволия, замены Божьей праведности своей через подвиги в норах, в дуплах, оно не давало радости евангельской. Они могли радоваться, подсчитывая каталог подвигов иноческих, подводя итог всевозможным мелочам в пощении и бессонии. Римлянам 10 глава со 2 по 4 стихи. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Гурий митрополит, память 4 октября. Чувствуя приближение своего отшествия к Богу, святой Гурий призвал к себе архимандрита Варсонофия, к коему питал «любовь великую духовную» в кавычках, и пожелал принять от него великий ангельский образ, то есть схиму. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.